День химика для сотрудников Балаковского филиала АО «Апатит» – праздник не просто профессиональный, но и любимый и долгожданный. Из-за ковидных ограничений в этом году отметить его широко, с большим концертом на площади, снова не получилось. Обошлись торжественными мероприятиями на заводе и начали по традиции с открытия обновленной аллеи трудовой славы. По мнению ваших коллективов, заслужили место на нашей аллее трудовой славы. Спасибо вам за ваше ответственное отношение к делу, которое вам поручено. Всех с праздником, с Днем химика. И прошу аллею трудовой славы считать открытой. Традиционно на доску почета предприятия занесены имена и фотографии 10 передовиков. Игорь Чернышов, осмотрщик-ремонтник цеха железнодорожного транспорта, признался, приятно, что его труд заметили. Минувший год выдался непростым, и коллектив предприятия сплотился для выполнения производственных задач и в борьбе с коронавирусом. Держались друг за друга, помогали, были определенные трудности. Но мы старались держаться, вместе преодолели это. Начальник турбинного отделения парогазотурбинного цеха Евгений Сергеев оказался в центре внимания уже на торжественном собрании в актовом зале. Ему вручили почетную грамоту ПАО «Фосагро». Евгений убежден, в этой награде признание не только его заслуг, но и всего коллектива цеха. Обеспечиваем энергоресурсами весь завод, то есть пар, вода, отопление, то есть полное жизнеобеспечение завода на нас. Поэтому я считаю, что наш цех как раз вот самый основной. На торжественном собрании благодарили тех, кто стал примером для коллег. Передовикам производства вручили почетные грамоты и благодарственные письма. В их адрес звучали слова поздравлений. Они – главные герои праздника. Люди, приумножающие успехи предприятия, компании «Фосагро», региона и страны в целом. Ваша компания – лидер по обновлению, лидер по подходу к делу, лидер по развитию. Уверенно стоит на ногах, уверенно смотрит в будущее. И самое главное, здесь сформирован уникальнейший коллектив. Люди, которые, в общем, преданы делу. Компания «Фосагро» в этом году отмечает 20-летие, и балаковский филиал АО «Апатит» намерен отметить это событие высокими производственными показателями. «Фосагро» – это признанный лидер, мировой лидер в области производства минеральных удобрений. И балаковский завод здесь занимает не последнее место. Он является очень важной цепочкой в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны. Сейчас это высокотехнологичное предприятие, на котором работает очень высокопрофессиональный трудовой коллектив. Спасибо вам за это. Останавливаться на достигнутом химики не собираются. Это касается и производства, и реализации социальных и благотворительных программ, которыми славится «Фосагро». В рамках стратегии развития до 2025 года в Балаковском филиале АО «Апатит» продолжается масштабная модернизация, которая затрагивает все основные структурные подразделения. Обновляются производства фосфорной и серной кислот, удобрений, строятся склады готовой продукции и сырья. Так что через год, в преддверии очередного Дня химика, сотрудники предприятия точно смогут говорить о еще больших успехах.